В стенах колледжа «Сферу услуг» прошел фестиваль под названием «Ярмарка профессий», организованный совместно с Центром по трудоустройству города Хасавюрт и Казбековского района. Как отмечают инициаторы, проведение Дня открытых дверей в среднеспециальных учебных заведениях помогут будущим студентам ознакомиться с более востребованными профессиями на сегодняшний день. Главный специалист Центра занятости населения Мадина Каримулаева отметила, что многие выпускники сталкиваются с проблемой выбора профессии и дальнейшего трудоустройства. Республика с каждым годом развивается, а значит, постоянно нуждается в мастерах своего дела. И поэтому задача каждого учащегося – стремиться к получению востребованного на рынке труда профессии, подчеркнула Каримулаева. Если вы еще не определились с выбором специальности и вы еще не знаете, я вам желаю выбрать ту специальность, которая вам по душе. Не идти туда, где престижно, где модно. Не выбирайте те специальности, где вы будете чужими людьми, а идите туда, куда вас зовет сердце. Для учащихся школ был подготовлен видеоролик, где были продемонстрированы самые яркие моменты студенческой жизни, достижения на различных конкурсах и соревнованиях как республиканского, так и всероссийского масштаба. Далее с хореографическими и вокальными номерами перед присутствующими выступили студенты колледжа. В завершении заместитель директора по учебно-воспитательной работе колледжа «Сферы услуг» Дина Исмаилова отметила, что будет рада видеть любого из присутствующих вновь уже в качестве студента колледжа. Зарема Хайбулаева, Самат Гакаев, информационная программа «Пульс».